Неплохой урожай медалей привезли солнечногорские спортсмены с открытого Кубка Пушкинского района под дзюдо. В соревнованиях принимали участие порядка 150 спортсменов более чем из 10 городов Московской области. Солнечногорский район представила команда спортивной школы номер 2 под руководством тренеров Евгения Гуськова, Константина Дын-Дын и Павла Матвеева. По итогам соревнований в своих весовых категориях победу одержали Роман Борзенко, Лев Кирсанов и Ярослав Хаустов. Серебряными призерами Кубка стали Варя Володина, Илья Петухов, Кирилл Дудка, Катя Шаврина и Никита Дроздов. Их товарищи по команде – Родион Коноваленко, Никита Нюньков, Георгий Ушацкий, Евгений Растригин и Иван Савенко – завоевали бронзу. Две солнечногорские женские команды стали призерами турнира по уличному баскетболу на Кубок Давида Берлина. Финальный этап турнира проходил в Ногинске. В соревнованиях приняли участие рекордное количество стритболистов – 2000 человек. На церемонии открытия спортсменов приветствовал лично патриарх баскетбола, так называют заслуженного тренера СССР и России, легенду отечественного баскетбола и идеолога данных соревнований Давида Берлина. Солнечногорские стритболистки стали вторыми в возрастной категории 1989-98 годов рождения, уступив ногинскому «Спартаку», и третьими в категории 1983 года рождения и старше. Здесь золото также взяли спартаковцы, а серебро выиграли девушки из Ступино. В это воскресенье в Солнечногорском районе пройдет 13-й открытый легкоатлетический кросс-марафон «Тропами блока» на приз главы Солнечногорского района. Участникам предстоит преодолеть традиционную дистанцию в 42 километра 195 метров. Старт марафона состоится со стадиона «Металлург» в 11 часов. Любители легкой атлетики, не готовые к серьезным испытаниям, смогут проверить свои возможности на дистанции в 21 километр 97 метров. Эта категория стартует со стадиона «Авангард» в 11:30. Финишируют участники полумарафона уже на стадионе «Металлург». Регистрация всех участников будет проводиться на стадионе «Металлург» с 8:30. Окончание регистрации в 10:30.